Ее рабочий стол полон благодарности от самых сложных и тяжелых пациентов. Участковый врач 3-й поликлиники города Тамара Янаева помогает кардиобольным и пациентам, перенесшим инсульт. Необходимые лекарства разносит ежедневно в 2 смены. Адреса, по которым нужно доставить препараты, находятся в пешей доступности от поликлиники. Если когда надо и другим тяжело больным, неходячие, да, лежачие есть у нас же, которые с переломом шейки, бедра и со всеми, мы тоже, если есть необходимость такая, тоже носим. Пациенты с сердечно-сосудистой патологией в особой группе риска. Если верить статистике, заболевания входят в число самых опасных и сложно диагностируемых. В рамках нацпроекта здравоохранения медучреждения города начали оснащать современным оборудованием. Врачами внедряются передовые методы устранения кардиозаболеваний. Пациенты, которые выписываются из стационаров, обеспечиваются медикаментами бесплатно и наблюдаются врачами в поликлинике по месту жительства в течение полугода. У нас идет информация непосредственно сначала со стационара. Мы же не знаем, потому что нам по защищенному каналу передают информацию. Кроме этого, пациенты обеспечиваются там медикаментами в стационаре. После этого им дается на руки выписка. И выписка эта потом поступает к нам, соответственно, при обращении пациента или родственника к участковому врачу. Врач это все анализирует и вставляет уже заявку на этого пациента конкретно, соответственно, рекомендациям кардиолога. По этой заявке лечащий врач определит план лечения на дому и оформит рецепт на лекарственные препараты. Он будет действовать 180 дней. На льготы могут рассчитывать люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, пациенты после инсультов и кардиоопераций. В 3-й поликлинике Самары подобную меру поддержки получили уже 307 жителей города. Их обеспечили препаратами на сумму более 2 миллионов рублей. Программа лекарственного обеспечения реализуется в регионе с 2019 года и рассчитана на 5 лет. По словам медработников, подобная мера поддержки граждан позволяет существенно повысить продолжительность жизни пациентов и оказать своевременную помощь больным. Ольга Павлова, События.